Ну да. Хоть бы. Хоть бы. Oh, he lies. Come back here. I meant you to stay inside. He lies in there and he puts his chin up there and he'd be looking out. Иногда, говорит, ложит голову на экране и выглядывает оттуда. А как зовут вашу собаку? What's name of that? He's Bob. Bob. А, Bob. Это уже пожилой пес, да? Old dog. Даже не знаю. Может, примерно 10 лет. А когда он сделал эту конструкцию? Несколько лет назад, пару лет назад. А вот этот ящик, он из-под чего? What it was used for originally. You saw the frame that was inside in the green room. Yeah. That frame was around it. This was inside in the frame. Okay. And it was used for carrying oil. Uh-huh. Ну, то есть это iPhone. То, что ящик, который мы видели первый, внутри это рама алюминиевая. То есть это было как бы внутри этой рамы. Но вообще он используется для перевозки каких-то масел, жидкости. А скажите, он вот где-то тоже видел это, что это можно так использовать, или это опять-таки его придумка? Did you see it before somewhere? No. I need it. If I need something, I look around and I make it if I'm able. То есть он нигде ничего не видел, просто ему нужна была будка, и он вот сообразил. А вы говорите, что собака пожилая, а будка недавно сделана. А до этого была какая-то другая конура, ну, дом. Yeah. If your dog is 10 years old and the house is just recently, a couple years ago, so dog had a totally different before house before. I forget. I think I had a a barrel, a steel barrel, with it chopped up a bit. You know. Насколько он помнит, по-моему, у него была какая-то бочка обрезанная. А скажите, я видел такие, ну, дом для собак, он продается, в магазине можно купить. Почему он сам сделал, а не купил там нормальный домик? Why you decide to make it yourself, not to buy? If you buy, you have to put your hand in your pocket. Чтобы купить, это значит нужно деньги достать из кармана. He should understand that. То есть это должно быть понятно, то есть за это нужно платить, а так типа это проще. This comes free. А это бесплатно. Cheap. Дешево и бесплатно. That's the only reason. То есть это только единственный, ну, ответ. Но зато у нее такой вид, ну, странный, как бы, не обычный там домик для собаки. То есть я о чем хочу сказать, что как бы внешний вид его не волнует, ему важна как бы функциональность. So you don't really worry about the how it look, you just I'd like if it looked better. It's functional. I'd like if it looked better. Ему даже нравится, если это выглядит по-другому, но если бы выглядело еще красивее, конечно, было бы. Но ему нравится, то есть. Да. I think it's comfortable for him. I think it's comfortable. И он думает, что это удобно для собаки. It's not too hot or too cold, I'd say. Не жарко и не холодно. И немножко крыши вижу. Трофт. Он вас сказал 2 года назад, да? Да, ну пару лет он сказал. Супер. I wonder would I be able to sell some back to Russia. Может, говорит, в Россию будет продавать, экспортировать. Lots of dogs in Russia. Да, много, наверное, собак в России можно экспортировать. А просто я в России не видел, у нас нет таких квадратных бочек пластмассовых. He never saw in Russia anything similar to that. Well, what do they do in Russia for a dog house? Спрашивают, а что в России для собак делают? Из дерева обычно, деревянные. Timber. But you have to make that. You have to construct it. Говорит, можно самому сделать. Да, да. This comes ready-made. Тем более почти готовый. Waterproof. Водоизолированный. It's generous size to it. It's satisfactory. И размер как раз. Yeah, it's generous. I mean, the two of them, that thing that goes in with him sometimes. Иногда даже две собаки. Yeah. There's plenty of room for them. То есть достаточно места для двух.